Итак, продолжаю игру. Забрал я звездочку, прокачал ее сразу, насколько получилось. И теперь мне, судя по всему, надо выбираться всех людей планеты в единый коллектив на поверхность. Ух ты, интересно. Статуя Менделеева. Там под ней кнопка, что ли? Осторожнее, дорогой. Если на нее нажать, начнутся проблемы, к которым ты еще не готов. Сам разберусь, не маленький. Ах ты мой грубиян. Обожаю мачо. Жмем. О, черт, он за подмогой сходил. Ну дела. Люстры. Люстра может послужить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить по ней заряженной атакой из секатора. Понял. Слишком здоровая, меня тогда долго не хватит. Так, какая-то жесть вообще. Ламбада такая. Металлизированная. Интересно, здесь снова Мик Гордон композитор? Черт, промазал. Ладно. Хрен с этими люстрами. Так, 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 ему плохо. Еее. Ну все, гад, я понял, как тебя бить.
Или не понял. Как-то так. То есть в опасной близости заряженным ударом. Потихонечку доснесу. Так, главное. О, не то. Все, кобзда тебе. А ну пошли вон. Что, гад, живой еще? А, левая рука у него осталась, я понял. Так, ну это жестко. Он жестче стал. Очень-очень сложно. Вот здесь очень сложно из-за того, что он кривовато несколько с управлением все. Я бы даже сказал, не кривовато, а просто криво. Вот и как его бить? Скажите мне на милость. А, эту кнопку-то держать можно. Все, я понял. Энергию, правда, всю пожег. Так, ну бить его не имеет смысла в рукопашную. Ох, вот это я налетел. Вот это я нарвался. Так, 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 это что? Средняя капсула с непремом. Так очень опасно на самом деле. У меня просто патронов нет, мне ничего нету, я не знаю, как с ним драться. Что, блин, за супер контра?
Я не хочу помирать. Если я помру, это все заново будет. Прям все заново, весь бой. А я тут столько ковыряюсь уже. Есть. Так, теперь этих уродов расстрелять. Да вы издеваетесь надо мной. Средняя рука. Какая средняя рука? Вы о чем вообще? И патронов нету. Это просто жесть. Ну, все, я не вывезу, у меня все кончилось просто. Я реально не готов к такому бою. У меня вообще ни хренашеньки не осталось. Так, собрался. И, наверное... Как я это прошел? Капец, у меня просто руки все мокрые. Я не знаю, у меня уже не второе, у меня там уже третье дыхание просто какое-то открылось. Да ты офигевший гусь, блин. Угомонись, животное! Сережа, я у тебя денежек. Да... Уйдите! Ох, невероятно.
Так, хоть бы я появился после этой ужасной битвы. Да. Ну ладно, спасибо на этом. Да это нереал, вообще нереал какой-то. Что происходит? В общем, заряженная атака у этой... бусинка, как она, я не помню. Ну, когда у этой палки, вот с чем я сейчас, она офигенно просто электричеством долбит. И молниями. О, электричеством и лезвиями. Ну как положить-то? Жил у бабуси один веселый гусь, бля. B1, B2, B3, сопли B3. Аленка, привет, красотка. Ну, как открыть-то? Что происходит? Мне этот мир абсолютно понятен. Да она закрыта. Интересно, у него в перчатке больше дружок не сидит? А я знаю, что вы делали с Элеонорой этим летом. А ведь тогда в Болгарии это был я. Так-так. А, вот как надо активировать-то файл, оказывается. Левым стиком вводим, появляется эта штука, и можно нажимать. А ну, под запись говори, что ты сделал? Ну, Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду! Ладно. Я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который, ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи! Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Состав-то гениальный, Вань! Так, может, теперь сходим? Не знаю, даже не знаю. Но если ты еще хоть раз такое сделаешь... Что ты за чешуй-то, блядь, такой? В комнату отдыха не пускают, главное. А, может сюда надо закатить шар? Безумие какое-то. Ну давай сюда попробуем. Нет. Нет, какие-то не те трубы. Сережа, я у тебя денежек немножко возьму на хлебушек. Блин, мне... Сережа Карасик, а, вот, ну-ка. Потом целый час пердел, как дурак.
ушел? От меня нет. Ждем. Люстра не падает. Старый Петри стал. С тебя уже шары сыпятся. Ну и чего, как? Не работает. О, беда. У меня. Попробуй отними. Сереж, не унижай меня. Я не могу ездить. Усатые роботы. Объединившиеся в единый коллектив люди сосредоточились на интеллектуальной деятельности. Уровень знаний участников коллектива стремительно растет. С каждой минутой какая хорошая какая докторица. К сожалению, еще не все жители нашей необъятной планеты осознали все преимущества коллектива. Еще остались те, кто бездумно сопротивляется полимерной вакцинации. Это весьма прискорбно. Однако методы убеждения коллектива неизбежно доходят до сознания даже самых фанатичных противников эволюции. Благодаря запуску проекта «Атомное сердце» пролетариат США лишился вечного ярма капиталистической верхушки. Управление планетой Земля перешло к коллективу, и мы не бросим на произвол судьбы даже самых заблуждающихся. Да там настоящая война идет. Элеонора! Это тебя по-прежнему не интересует? Меня интересуешь только ты, дорогой. Остальные людишки скучны и примитивны. А, вот. Капсула, оказывается, вот была закрыта не из-за бага, а просто вот тут эти уроды спрятались за углом. Откуда ж мне было знать? Ну ладно. Так, ну все. И комната отдыха открылась. Здорово. Хорошо. Так, ну на этом я думаю, что я завершу серию. Посмотрю, что тут еще тут есть. Да, персонаж весь прокачан. Я буду полимерный щит качать. Он меня так хорошо спас от этих уродов. Так, что? Полимерный щит. Так, это изучено. Абсорбирующий эффект. Так, вот, отражающая поверхность. Отражение лазерных атак обратного атакующего. А это что делает? Ага. Так, хорошо. Теперь. Ускоряет время регенерации щита. Беру. Повышает возвратный урон, блокирует даже сильные атаки. Хорошо.
переключиться на крафт. Ладно, поехали на крафт. Ну, здесь надо создавать сразу просто, я думаю, большую капсулу с непреном. С непремом. Вот две штучки. Хорошо. Три больших капсулы, Аленка есть. Боеприпасы. Ой, можно прям вообще штук 600 сразу создать. Все, аптечки взял, боеприпасы для секатора взял. Теперь смотрим улучшения. Так, ну в принципе мне вот эта звездочка понравилась, она очень сильно лупит. Прям хорошо лупит. Секатор прекрасно справляется вот с группой врагов, как пулемет. Звездочку сейчас посмотрим. Сокрушительный удар. Танец пил, апперкот. Так, у меня сейчас танец пил установлен. Значительно повышая наносимый урон, скорость вращения лезвий. А, не хватает. Все, я понял. Но этот урон прям... Прям вот этот навык меня спас в битве с этими ужасными роботами мелкими. Которые в большого суперробота преобразовались. Верхнее лезвие. Дополнительная пила. Так, и что? А, то есть тут либо верхнее лезвие, либо дополнительную пилу, что ли? Увеличивает скорость атаки. Увеличивает урон, увеличивает заряженный урон. Ну, тогда буду вот эту ставить. Все. Да, то есть две нельзя. И гляну рукоять еще раз, что здесь. Пока все. Ну, как-то так. Сохраняюсь. Ну что ж, на этом я завершаю серию. И на сегодня, наверное, тоже. Итого я собрал 5 бусин из 8. И продолжу уже в следующий раз. Увидимся и удачи вам.